пожаловать в детский развивающий центр «Радость». Мы вам покажем филиал по адресу: Новочеркасский бульвар, дом 10, корпус 1. Мы уделяем особое внимание красоте помещений, мебели и игрушкам, потому что уверены, что эстетическое чувство формируется с детства. Детишки занимаются в просторных комнатах, где есть все для успешного развития. Детская мебель, современная аппаратура, огромное количество пособий для умственного и физического развития. Как только малыши начинают ходить, они начинают заниматься в школе раннего развития. Эта программа проводится для детей от 10 месяцев до 3 лет. Она направлена на развитие мелкой моторики, двигательной активности, музыкального слуха, координации основных движений. С наших занятий ребенок всегда уходит с поделкой, которую он сделал сам. Большое внимание на занятиях уделяется развитию речи, так как раннее детство – это благоприятный период для подготовки артикуляционного аппарата к речи. Также мы развиваем на занятиях память, внимание, мышление, знакомим детей с буквами и счетной деятельностью. Когда ребятам исполняется 3 года, мы предлагаем программу «Маленький гений», где занимаются детишки от 3 до 5 лет. Занятия направлены на развитие основных психических процессов, таких как память, слуховое, пространственное и зрительное восприятие, воображение, абстрактное и логическое мышление. Мы знакомим ребят с букварем, учим слоговому чтению. Формируем элементарные математические представления. Развиваем связанную речь, воображение и творческие способности ребят. По окончанию программы «Маленький гений» наши дети начинают готовиться к школе. В группах дети от 5 до 7 лет. Максимальная наполняемость групп – 10 человек. Программа «Подготовка к школе» включает в себя подготовку руки к письму, тренировку мышц руки, графические диктанты, значит, она всегда-всегда такая мягкая, конечно. Поэтому я раздам только зеленые карандаши. Шу! Алеша, следующее, пожалуйста. Молодец! Следующее, Денис. Ли! Ли! Молодец! Ю! Ла! Пишем вот, молодец. Ю-ла. Х.
Хорошо, так. Так, садись, молодец, Ксюша, садись. Формирование математических представлений, пространственных и временных характеристик, обучению счету и решению задач. А еще в нашем центре проводятся занятия по изучению английского языка. На занятиях дети знакомятся с английским алфавитом. Dog, where is the dog? It's a dog, of course. Okay, let's go. The next, where is a cat? Where is a cat? Okay, it's a cat. Show it. Show the picture. Okay, it's a cat. Это показываешь. A bear. A bear. Молодец. A bear. Легко запоминают английские слова, приобретают навыки общения на английском языке, учатся читать и писать, разучивают английские стихи и песенки. А на занятиях по изобразительной деятельности дети рисуют красками. Лепят из пластилина и теста, делают аппликации из различных материалов. На наших занятиях у детей развивается фантазия, воображение, мелкая моторика, формируются зрительные образы. Также для удобства родителей и на радость малышам в нашем центре есть игровая комната, где можно спокойно оставить ребенка под присмотром педагога и в свободное время пройтись по магазину, заняться фитнесом или посетить салон красоты. В игровой комнате вашего малыша ждут лабиринт с горками и шариками, аттракционы, батут и много других досуговых развлечений. А еще мы можем провести день рождения для вашего ребенка. На праздник вам могут прийти принцесса или фея, мальвина или буратино, пират или пиратка, клоун или клоунесса, а также многие другие герои. Украшенный зал, пригласительный для гостей и, самое главное, веселый и незабываемый праздник в день рождения.
ну, посещаете детский центр «Радость». Детский центр мы посещаем с октября 2011 года. Сюда ходит моя внучка, ей сейчас 5,5 лет. Мы ходим, две дисциплины мы занимаем. Значит, это и застудия также с прошлого года, и подготовка к школе, которую ведет педагог Светлана Викторовна. Так мы очень довольны этим центром. Я попала сюда совершенно случайно по объявлению. И теперь я рекомендую всем своим и знакомым, и случайным людям, с кем мы там гуляем, потому что замечательная подготовка в школе. Очень даже хорошо. Что вам больше всего нравится? Очень мне нравится педагоги, как они ведут себя. Педагоги очень грамотные, подход к ребенку замечательный, просто замечательный. И очень много дают. Мы на 2 года сегодня учились прекрасно, просто мне нравится. Мы ходим в этот центр каждый день, мы посещаем 5 направлений, и нам здесь очень нравится. В этом году мы имеем возможность подниматься сюда вместе с коляской на лифте. И очень благодарны, что нам предоставили такую возможность. Это очень удобно. Еще в этом году сделали... предоставили такую возможность оплачивать через банк. На первом этаже установлены терминалы банка, где мы можем производить оплату и получать за это скидку. Как тебя зовут? Алина. Сколько тебе лет? 6,5. Угу. Вот ты ходишь в детский центр «Радость», да? Да. Тебе нравится занятие? Да. Чем вы занимаетесь на занятии? Русским языком и математикой. Ну и что там делают? Поют, танцуют или там буквы учат? Там Решать и получается у тебя? Ты пойдешь в школу уже в этом году, да? Да. Ну, я думаю, ты полностью подготовлена, да, уже? Да. Ты будешь стесняться на занятии? Нет. Но читать, писать ты уже научилась, да? А как педагога твоего зовут? Ты ходишь на занятия, да, в детский центр? На какие занятия? Какие занятия посещаешь? Русский, математику и английский. Угу. Ну, чем вы занимаетесь на русском математике? На математике мы учимся чертить с линейками вместе с ним. А на русском мы напишем буквы. Угу. Читать тебя уже научили? Быстро? Пока нет. Угу. Ну ты уже сказки читаешь, да? Не читаешь еще сказки? Ну и читать тоже научилась, до какого? До скольки? До 100. Угу. А на английском чем вы занимаетесь? На английском мы проходим разные комнаты и проходим буквы. Учите слова, песни, сказки. Слова, песни, стихи. Ну что еще, играете, танцуете, рисуете, чего? Играю. Ну нравится тебе занятие? Ну на английском попрощаешься с нами? Говори. Goodbye. Goodbye.